Добрый день, дорогие друзья, я вас приветствую в городе курорте Анапа. Зовут меня Юрий Азаровский, всем привет, Черноморск. Сегодня у нас на обзоре будет великолепный отель на первой береговой линии и лаунж-зона на самом верху этого здания с великолепнейшими видами на море. Приглашаю сюда вас на отдых. Адрес, по которому расположен, это переулок Кордонный 1И. Давайте пройдем и посмотрим все, что здесь есть. Там на самом верху находится эта зона отдыха. Отель называется «Атлантида». С правой стороны на первом этаже здесь очень вкусная черноморская кухня. Называется «На юга». Отзывы о ней великолепные. А сама зона отдыха наверху называется «Атмосфера». Прежде чем зайти в отель, хочется вам показать, тут рядышком прям находится великолепная зона отдыха. Так как территории самого отеля нет, то вы можете прийти сюда. Здесь детская площадка, есть турнички и великолепное оформление с такими вот красивейшими розовыми фламинго. Туда дальше у нас находится двухъярусная набережная и центральный песчаный пляж Анапы. Буквально в 3 минуты доступе от вас. Посмотрите, какая красота. И дальше, там еще перед морпортом, есть великолепная зона отдыха с лавочками, скамеечками. То есть это самый центр Анапы. Инфраструктура здесь восхитительная, друзья. Парковка здесь платная. 400 рублей в сутки за машину. Поставить ее можно за отелем. Заходим внутрь. Очень интересная реклама заведения. Кстати, в зоне отдыха вы можете с этого заведения заказать разнообразные вкусняшки. Но есть с видом на наше море. На входе нас ждет вот такой вот аквариум. Как красиво это смотрится, но это огромнейший просто ресепшн. Фантастика, какие рыбы, а? Прям можно позалипать. Есть место, где посидеть, есть телевизор и сама зона ресепшена. Есть сплит-система, а также кулер. Добрый день, меня зовут Светлана, я являюсь управляющим отеля «Атлантида». Мы рады приветствовать вас круглогодично в нашем отеле. После того, как вы оформились, вы проходите к лифту. Мы его вызвали, либо по лестнице можно подняться, если у вас нижние этажи. Выглядит вот так. Очень просторно, места много. Ну, можете услышать, как работает лифт. Мы сейчас поднимаемся. Тихо, хорошо. Это очень важно в отелях, так что имейте в виду. Мы поднялись на 6-й этаж, и теперь я вам покажу зону отдыха. Здесь можно заказать кофе, паровые коктейли разнообразные. Посмотрите, какая великолепная здесь зона отдыха. То есть очень много мягких диванчиков, стульчиков разнообразных. Также по вечерам играет музыка. И самое главное здесь, то, что вы можете прийти, допустим, с ноутбуком, куча розеток, и сесть, смотреть на город. Можно открыть окошки, они отъезжают. Сейчас утро, жара, поэтому здесь работает кондиционер. Вид-то остается просто панорамный, да, на все наше побережье. А вы здесь отдыхаете. То есть вы, если отдыхаете в отеле, пришли, заказали себе там чашечку кофе, сидите, наслаждаетесь этим видом. Ну, если кофе не пьете, чай тут тоже есть. Ну и также, как я сказал, что с самого ресторана можно сделать сюда заказ и покушать. В этом отеле вы можете снять сауну. Даже если вы просто приедете на отдых, нам не будете отдыхать здесь, можете прийти снять ее. Смотрим, здесь есть санузел, скамья стоит, большущее зеркало, кушеточки, здесь переодевалка, здесь зона отдыха находится. Вместительные сауны 4 человека, стоимость 1000 рублей. Если дополнительно, то там чуть-чуть надо будет доплачивать. Бассейн. Также здесь душевые и сама парилка. Стоимость 1000 рублей в час, минимальное количество заказа 2 часа. А теперь, дорогие друзья, давайте пройдемся и посмотрим номера. Номерной фонд здесь 100% загружен. У нас есть на несколько минут один номер, чтобы вам его показать, как он выглядит. Напоминаю, все это работает круглогодично. На этажах есть кулера, также можно посидеть на кресле отдохнуть и гладильные доски. Пожарная безопасность в норме, есть гидрант, также огнетушители и пожарная сигнализация. Коридоры выглядят вот так, оформлены красивыми картинами. Сейчас мы с вами посмотрим двухкомнатный номер, что он из себя представляет. Заходим с левой стороны, это отдел прихожей, здесь поставить можно чемоданы, повесить вашу верхнюю одежду. В правую сторону у нас имеется контроль температуры в номере, также включается все по карточке и вход в санузел. Здесь у нас две односпальные кровати, номер очень просторный, есть своя сплит-система, прикроватная тумбочка, стол с телевизором, стул, набор посуды, телефон для связи с ресепшеном и здесь есть холодильник в столе. Также отсюда есть выход на балкон. Проходим в следующую комнату. Эта комната, как вы понимаете, проходная у нас. И она очень большая и просторная.
Здесь также есть стол со стулом, телевизор, есть зеркало, еще один столик, стульчик. Также имеется двухспальная кровать, две прикроватные тумбочки, бра. И отсюда вход в санузел. Также есть место для хранения и выход на балкон. Санузел здесь очень интересным, большой, имеется биде, унитаз, ванная, раковина, зеркало. Ванная очень большая. Особенностью является, что два входа из той и из этой комнаты. Входим на балкон, потому что, наверное, самое важное здесь вам как раз таки показать вот эту красоту. Во-первых, обратите внимание на размер балкона. Между балконами перегородки, стоит стол, два стульчика и невероятный просто вид на всю нашу Анапу. Отсюда мы видим и песчаные пляжи наши, и отсюда уже пошли туда дальше каменные пляжи. Фантастика, то есть вы вышли и вы уже на море, ребят. Круче не придумаешь. Не забывайте, отель работает круглогодично. То есть вы сюда можете приехать в любое время года и провести какое-то время с такими вот видами. Представляете, вы на закате. Никуда идти не надо. Вышли, вы уже на закате. Вы на рассвете. Солнышко там встает. Это все с видами на любимое море, на кораблики. Красота. Этот номер можно снять, если вы приедете сегодня, за 6490. Как вы понимаете, так как работает отель круглогодично, цены варьируются. То есть в зимний период, в менее, так сказать, нагруженные дни, будет стоить дешевле. Если вы приезжаете в пик сезона, то цена, соответственно, вырастает. Вы более точную информацию узнавайте по номеру, который указан в описании и в названии видеосюжета. Также в отеле есть другие категории номеров. Возьмем такие, как стандарт двухместный. Есть комфорт и есть обычный стандарт. Обычный стандарт от комфорта отличается только тем, что у одного вид на город, а у другого такой прекрасный, как у меня сзади на море. Стоимость в них отличается на сегодняшний момент. Допустим, с видом на море будет стоить 3740 рублей, а который на город 3400 рублей. Также есть комфорт номера с таким великолепным видом на трех человек. Стоимость проживания в них на сегодняшний день 3805 рублей за номер. Если вы хотите взять с собой еще кого-то и сэкономить, можно взять доп. Место за 600 рублей. Места будут либо раскладушка, либо евро-раскладушка, либо кресло-кровать. Нам, друзья, осталось с вами прогуляться до моря. Повторяю, в правую сторону 7 минут находится песчаный пляж. Это время прям растянуто. Я честно сказал бы, что прошел его быстрее. И в ту сторону каменный пляж. Высокий берег, на который мы с вами пройдем. Здесь есть еще у нас в Анапе единственный в России платный пляж, который можете посещать. Он находится еще ближе. Если вы будете с колясочки, можно вот здесь пройти. Небольшой подъемчик и направо прогуляться в ту сторону. Мы же пойдем вот по этой части. Можно прикупить напиточки разнообразные. Рядышком есть обычная еще столовая. Покушать можно зайти. И вот он, лесенка вверх. Повторяюсь, с той стороны там гладкий пандус. Также работают винодельня здесь семейная, а также разнообразные кафе. Если вы там пошли, отсюда заезжаете, наслаждаетесь самой зеленой набережной в Анапе. Она именно в этом месте расположена. Здесь у нас растет щелковица. Ребята через забор собирают, прогуливаются наши любимые отдыхающие по набережной. Как же здесь дышится, ребята, аромат сосен с морем. Фантастика просто. Здесь по пути есть такие вот совы, которые раньше указывали расстояние Теренкура. И люди наслаждаются прогулками под тенью наших деревьев. Очень красиво. Посидели, подышали, отдохнули, пошли дальше. Здесь вот через деревья можно разглядеть тот самый платный пляж. Там есть бассейн, разные шезлонги. Я, честно, против этого всего, но незаконно, в моем понимании, со стороны закона. Но в Анапе существует, поэтому об этом можно говорить. Мы выходим к Золотой бухте. Здесь есть кофейня, разнообразные магазины, океанариум на первом этаже. Ну вот, вход в пляж, платный Золотая бухта. Здесь сделали очень много интересных элементов благоустройства. Качели, лавочки и шикарнейшие виды на наше морешко. Я честно могу сказать, что здесь невозможно пройти мимо, чтобы не залипнуть на морскую гладь. Это любимое место мое в Анапе. Вы здесь будете отдыхать. Можно сидеть на лавочке, смотреть на море. А можно просто подойти и наслаждаться. Люди, видите, никуда не спешат. Вот максимум удовольствия от всего этого. Ведь виды здесь действительно восхитительные. Особенно, смотрите, какие облачка сегодня. Над морешком невероятная красота, дорогие друзья. Панорамка.
Как вам? Да, я сейчас такое шоу дельфинов здесь посмотрел рядом с мужчиной и ребенком. Фантастика, ребята, аж залип на полчаса. И отправляемся дальше. Жалко, у меня эта камера не умеет приближать. Мы идем на пляж, высокий берег осталось чуть-чуть. И отсюда его уже видно. С левой стороны у нас есть тут питанг, клуб, играют люди, там туалет находится. Раньше у него было такое название интересное, сейчас не будем уже вспоминать. И отсюда мы видим как раз таки пляж. Это дикая часть его, то есть он не оборудованный. Там написано, что опасно для жизни, поэтому будьте благоразумны и внимательны. Кстати, многие говорят, что это канализация стекает. Нет, это ливневая система, чтобы во время дождя вода уходила, а не размывала эти горы. Очень много разных катеров в море. Здесь есть у нас фудкорты, мороженка можно прикупить. А рядом с лавочками есть мусорки и наши вот такие вот красивейшие фонари. Чисто эстетическую форму выполняет, потому что освещение от них, так сказать, совершенно небольшое. Ой, как мне приятно слышать все эти звуки с пляжа. Красота. Также по набережной встречается много разнообразных магазинчиков, продают коктейли, мороженка еще и снова мороженка, там киоски с кофе. Можно сфоткаться с такой надписью. Есть разные зоны отдыха. Ну и, конечно же, наше достояние – это наши отдыхающие, наши люди. Здесь ресторан, один из самых таких дорогих в Анапе. Фишенебель не считается, ковчег называется. Также можно было к морю пройти по проспекту Революции. Там тоже тенистая зона, аллейка. Рядышком находится парк нашей 30-летия Победы, где тоже очень много тени, деревьев, скамеечек. То есть место, ну, шикарное для отдыха. И вы сможете всегда найти какие-то зоны, где провести время с семьей. Здесь мы пришли уже к самому пляжику, высокий берег. И спускаемся вниз по лестнице. Для людей с колясками или маломобильных граждан есть с левой стороны пандус. Там также пляжи оборудованы именно для этого купания. Как бы хотелось вам передать вообще аромат, который отсюда идет. Вот просто невероятный запах. Это очень вкусно. Всем вам советую прийти и подышать. Я прям залипаю на эту панораму, особенно на вот эти облачки. Невероятно фотогенично смотрится. Здесь на спуске с правой стороны есть кафе. Высокий берег называется. Здесь жарят шашлычки. Тоже хорошие отзывы о ребятах. Если здесь ели, напишите, пожалуйста. И вот с таким шикарным видом на море. Фантастика. С левой стороны сделали... Я думал, что это будет какое-то тоже кафе или еще что-то, а просто зона для фотографирования и с прекрасным видом на наше морешко. Молодцы. Так как здесь отдыхает очень много людей, которые сюда приезжают непосредственно в пансионат, они вот сейчас потянулись на обед, потому что время у нас без 20:12. Ну и в принципе, под таким сильным ультрафиолетом не стоит долго находиться, у нас летом он очень большой. И лучше в это время идти отдыхать в номера, либо в тенечке, коих в Анапе очень много. Вот мы спустились в атмосферу отдыха, друзья. И можно посмотреть, что здесь по ценникам, прежде чем подойти к морю. Вот выбор и поесть есть, и разные вкусные блюда. То есть пляж очень большой. Как я говорил, он самый благоустроенный. Это табло. Вода, говорят, 24, воздух 27. Мы с вами эти данные все проверим своим градусником. Допустим, я сейчас прогуливаюсь, и воздух здесь показывает 29,2 у меня. Вареная кукуруза по 100 рублей, мороженка в ассортименте, напиточки тоже есть разные. Чай, кофе и все остальное. И можете увидеть, что здесь продается. Также есть камера хранения и все сопутствующие товары для вашего отдыха. С правой стороны находится столовая. Столовая выглядит вот так, много столиков. Кто не отдыхает в отелях, пришли уже сюда поесть. И давайте посмотрим, что по ценничкам здесь, чтобы вам все показать, разглядеть. Блюдо красиво оформлены, чтобы все было видно. Все, ну, закрыто. Кстати, очень круто сделано. Подписано. Вот, берите на заметку, ребята, кто работает в столовой, как можно прятать вашу еду, чтобы на него никто не садился. Борщ 120 рублей. Салаты разнообразные. Хлебушки. Людей, кстати, сегодня здесь много неспроста, потому что на центральном пляже Анапы водоросли. И все приезжали сюда. Хочу вам показать цены по массажу. То есть здесь все официально. Можете увидеть, все подписано. Это хорошо. Здравствуйте. Для тех, кто все-таки не может прожить без песочка, вот он, пожалуйста, есть даже песочница для деток.
и вот такие вот бары, куда вы можете прийти, взять напитки там разные и сидеть отдыхать. Ценники в барах тоже все подписано, ребята, что почем продается. Все удобно, ничего спрашивать не надо. Также вам могут делать, ребята, коктейли разнообразные. Чай, кофе, оплату по картам. Ну и выбор большой напитков бутылочных. Молочный коктейль за такую вот цену. И также мороженое в большом ассортименте. Ну вот ценники полностью на все пиво, которое тут есть. Также детей можно порадовать попкорном. Цены тоже все подписаны. Есть очень много переодевалок, так что очередей здесь, в принципе, не бывает из-за них. Можно прийти вот бесплатно, не брать лежак, отдыхать и пользоваться всей инфраструктурой пляжа. С левой стороны вы видите, что здесь есть площадка для воркаута, также есть волейбольная площадка. Здесь все любители продавать кукурузу прям порадуются. Смотрите, сколько людей сразу стоит в очереди. Кукуруза здесь по 100 рублей. Продают только кукурузу в этом месте, а людей очень много стоит. Можем увидеть, как люди играют, ребята, здесь в волейбол. Приходят специально, площадка очень хорошая и собирается народу много. Это очередь стоит, кто хочет тоже посоревноваться. Как я вам рассказал ранее, что здесь с левой стороны пандус для людей с ограниченными возможностями, ну и для всех остальных. Туалет платный, стоимость 25 рублей. Для людей с ограниченными возможностями есть отдельная кабинка, большая, плюс пандусы. Он сделан с ограничением, что вы с него не скатитесь и сможете подъехать к пандусу, который вас спустит в море. Здесь тоже есть переодевалочки, ну и пляж, вы видите, насколько востребован, сколько много людей отдыхает в этом месте, потому что он лучший в Анапе. То есть, ну, выбор у вас всегда есть. Вы можете уйти чуть-чуть левее, там свободные пустынные места и отдыхать без такого хорошего благоустройства. Хотя там и теневые навесы присутствуют, и лежаки тоже можно взять в аренду. Ну, а здесь, друзья, это лучшее место. Город курорт Анапа. Вот такая красота для людей. Бесплатный душ. То есть, если вы даже не заплатили за лежак, воспользоваться вы им можете. Ну и морешка. Наша классная, прекрасная. Здесь даже сильный шторм, возможно, купание. А вот здесь находится пандус для людей с ограниченными возможностями. Можно заехать в само море, друзья. Так что пользуйтесь этим знанием, приезжайте, отдыхайте. Помимо всего, что я вам рассказал, с левой стороны здесь есть прокат. Там гидроциклы вас могут покатать. Также имеются на пляже катамараны. Вот с той стороны находится и водяная горка. Туда мы еще дойдем. Стоимость лежака, если не ошибаюсь, 250 рублей. Свободно еще присутствует. Ну и также между людей можно найти местечко, чтобы лечь бесплатно на отдых. Чтобы вы не подумали, что я вас обманул, везде у нас в Анапе забито, вот вам сразу показываю пляж с левой стороны. Видите, здесь места есть, там тоже свободненько, без людей, море такое же, все так же, ну чуть-чуть водоросли присутствуют. Но это тут в углу, они сбились просто из-за ветра. Также вот тут есть переодевалки. Пройдемте на правую часть пляжа. То есть свободно можно найти лежачки, которые еще можно снять в аренду. Места есть, только первая линия, как говорится, самая востребованная. Я попросился подняться наверх, ребятки, чтобы вам показать, как пляжик выглядит глазами спасателей. Меня попросили спасатели озвучить обращение ко всем вам, чтобы вы, дорогие наши, не заплывали за буйки, детей не тащили на глубину. Тем более на пляже вот есть специальная детская зона, нарукавники лопаются. И также очень просят, чтобы сильно не напивались перед купанием, потому что вас придется спасать, и многие просто под алкоголем не понимают, что происходит. Дай бог всем хорошего отдыха и не пренебрегайте правилами безопасности. Смотришь на самых счастливых людей, которые сейчас находятся на море, купаются в жаришке, отдыхают и в морешке наслаждаются. Красота! Ну еще раз говорю, не пренебрегайте теми словами, которые я сказал. Берегите себя, друзья. Также на пляжке, вот помимо баров, я вам ценники все показал, есть детская зона с батутом. Стоимость посещения 300 рублей 20 минут. Детки пришли, как говорится, выгнали всю энергию и можете спокойно отдыхать. Также есть VIP-зона, то есть она огорожена заборчиком, под навесами, под зонтиками, мягкие лежачки. Здесь вот новые лежачки поставили тоже, деревянные. Стоимость отдыха здесь 800 рублей. И что входит в эту стоимость? А это правая часть пляжа, дорогие мои. Здесь также имеются души, переодевалки, зонтики, лежачки. То есть вся инфраструктура, которая была и на левой стороне. И каждый там выбирает, кто куда пойдет, налево или направо. А мы здесь с вами сейчас замерим температуру водичку. Также есть вот такая горка. Стоимость аттракциона вот такая.
Ну и пора заходить в море. Море сегодня великолепное, теплое, классное, прекрасное. Видите, тут тоже зона для детей обозначена. Главное, чтобы не смыло меня. Итак, температура воздуха над морем 29,9. И замеряем температуру водички. Туда, как я и говорил, дальше есть выход на дикий пляж. Он, так сказать, не обезопасен, поэтому будьте аккуратны. Есть прокаты катамаранов, также бары. А еще на выходе я вам сейчас еще покажу, там есть детские зоны. Вот так, дорогие друзья, 26,5 показывает мой градусник. Друзья, вот он туда проход. Если вдруг все-таки хотите на необорудованные пляжи, здесь туалет, а это детская игровая, где могут ваши детки позаниматься. Вон там же кто-то отдыхает в домике. И много всего разного здесь. С шариками на место, полазить везде, игрушки. А дети с родителями до 7 лет, после 7 можно оставить сами. Стоимость 300 рублей, 30 минут посещения. Как бы все ценники указаны, ребятки. Дорогие мои, сегодня у нас получился, я думаю, что невероятный обзор. Я показал вам очень шикарное место для отдыха. Рассказал про инфраструктуру Анапы. Показал лучший галечный пляж Черноморского побережья с максимальным оборудованием. И хочется от вас, друзья мои, чтобы вы написали свой комментарий, как вам, поставили лайк и поделились этим видео с друзьями своими. С вами был Юрий Азаровский. Всем вам привет, Черноморский. Увидимся, друзья, в следующих видеосюжетах. Мы не прощаемся, продолжаем нашу работу. Единственное, еще раз говорю, поставьте лайкосик под видосик. Напишите комментарий, подписывайтесь ВКонтакте, Яндекс.Дзен, везде Юрий Азаровский. И также телеграм-канал. Ждем вас на наших розыгрышах. Всем пока.